со слов Натальи Зубаревич, которую, ну, я доверяю как грамотному специалисту, значит, это все действительно имеет место быть. И доходы растут там и так далее. Но происходит это под влиянием так называемого бюджетного импульса, который, по словам той же самой Зубаревич, теряет сейчас инерцию. Да? То есть вот деньги уже основные влиты, увеличились производство соответствующих видов техники. Но скажите мне, пожалуйста, почему этот бюджетный импульс не виден вот в такой критически важной отрасли, как станкостроение, самолетостроение? Почему вот опять вот это вот? Это вообще кто все планирует? Минэк вот этот самый, да, который курс доллара не может? Короткий вопрос, ответ будет, наверное, чуть подлиннее. Значит, что касается Натальи Зубаревич. Значит, сразу скажу, признаю за ней высокий уровень профессионализма, но отмечу следующее. Я с ней категорически не согласен в плане видения того, что мы должны были оставаться, по ее мнению. Да, если слушать ее программу, я слышал, вот, а зачем мы сделали так, зачем мы сделали так, надо было и дальше. Вот у нас ушли высокотехнологичные отрасли автостроения, да, там, из Калуги. Ай-яй-яй. Не согласен. Но она же эконом-географ, она смотрит регионалов. Да? Я понимаю, но многие моменты, я скажу так, что в какой-то мере это человек, экономист, который рассматривал перспективы России именно как... ну, не очень высокого передела территории, и на этом можно было жить, вот с этой точки зрения. Поэтому я тут с ней внутренне, она может быть права с точки зрения того, ну, так уж сделали, давайте в этой ситуации будем как-то жить. Не мы же такую страну тут сделали, это же руководство так решило. Вот в той экономике, которую построило руководство страны, надо делать было так, чтобы дальше развиваться, продолжать, а не ломать, потому что если поломаете, будет по-другому. Такая была ее идея. Значит, теперь она говорит, что худо-бедно, но экономика страны выдержала, и, в принципе, да, действительно, импульс позволил нам этот ВВП удержать. Значит, вот тут я с ней согласен полностью. То есть, так как источников инвестиций, мы с вами уже разбирали, банки не кредитуют промышленность по определению, инвесторы западные не только не приходят, а уходят, отечественные инвесторы уходят за западными, потому что у нас, что такое вывод капитала, это значит отечественные побежали, им тут неинтересно. Поэтому единственным источником вложения в основные фонды и развития чего-то, это является бюджетные инвестиции. Это понятно. Другой вопрос, что в данной ситуации бюджетные инвестиции, естественно, будут снижаться. И если у нас нет замены бюджетными инвестициями, если мы не останавливаем вывод капитала, а мы его не останавливаем. Если мы не делаем привлекательным среду для вложения в основные фонды обрабатываемых производств, а мы их не делаем, то действительно, с точки зрения логики, а за счет чего будет ВВП расти? Потому что бюджет не может, ведь у нас же... Бюджет формируется от экономики. Да, 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 да. Он же у нас бухгалтерский. То есть есть доходы, их можно поделить. А вот пришли мы на отделение доходов бюджета. Пришла Москва и сказала, мне надо строить новую 715-ю кольцевую дорогу. И тогда мы будем еще более привлекательным в мире городом, мегагородом. Даже не 15-минутным, а 12,5-минутным городом. Торжественно откроем эту 715-ю, да, линию. Пришел по Питер и сказал, а мы с этой стороны построим 400 тысяч микрорайон и заселим его. А если дадите денег, то мы еще заведем узбеков и еще построим 300 тысяч. Понимаете, там... А кто придет за авиастроителей просить? Кто придет просить за станочников? Кто за них придет просить? Я, допустим, представляю вице-премьера и его фамилию, который придет просить за жилищное строительство. Я знаю такого вице-премьера. А кто придет просить из вице-премьеров за авиастроение? Также настойчиво. Также усердно. Я такого не знаю. Антон Силуанов уже как предлагал, что надо снизить на 10% финансирование, так сказать, незащищенных статей бюджета. И при этом 2,5 триллиона добавляется на никому не нужное жилищное строительство.
А, кстати говоря, а куда это вот добавляется, эти 2,5 триллиона? Можно узнать бенефициара, кроме всего прочего, кроме вице-премьеров. А я скажу, основная сумма пойдет в том числе куда? На компенсацию ставок кому? Правильно, коммерческим банкам. Дальше возникает вопрос. А по промышленности кто-нибудь подумал? Про импортное замещение кто-нибудь подумал? Про критическое импортное замещение кто-нибудь подумал? Там как ставки будут компенсироваться? Поэтому, ну, вот честно скажу, очередной раз рассказывать, что, ну, мягко скажем, бюджет делится теми людьми, которые имеют разные возможности лоббизма своих видов бизнеса, это очевидно. И на мой взгляд, почему-то в этом лоббизме реальные государственные интересы воспринимаются далеко не в первую очередь. Иначе бы распределение средств все-таки, наверное, было бы, ну, хоть немножко, но по-другому. Но сопоставьте вы цифры. Опять же, что такое жилищное строительство? Кто получает за это деньги? Чьи зарплаты растут в стране или в странах? И у нас ли они растут? Не, ну это вывод капитала, мы же об этом сказали. Да? Если... Совершенно верно. Таким образом, то есть повышается заработная плата даже не у наших людей, а у людей, к нам приехавших. Ребята, если бы мы хотя бы более-менее по-другому принимали решение о распределении доходной части по приоритетам, мы бы могли бы запустить процессы модернизации импортозамещения. Только промышленность опять осталась на одном из последних мест. Ну, посмотрите на те суммы, которые выделяются на поддержку отечественного машиностроителя, условно говоря, авиастроителя. Уже про электронику, ну, все уже сказали. Вы, да какая электроника? Газеты, нам бы подшипники свои. Вы суммы посмотрите, которые выделяются на поддержку электроники в стране. Это копейки. Это вообще копейки. Владимир Николаевич, давайте немножечко, мы что-то закопались в пасконное сермяжное, чуть философию добавим. Вот я как-то с интересом, и вам буду предлагать этого человека, посмотрел эфир, давно было, это наш с вами соотечественник, я, знаете, не назову его философом, скорее он мыслитель, зовут его Виктор, фамилия у него Катюшек, и он очень четко и по мне математически точно доказал, что, цитирую, человек – это ограниченно мыслящее существо, находящееся, к тому же, в плену многочисленных предрассудков. Вот, то есть он не может, еще он не может мыслить в пределах своей рамки, вот этой ограниченности, потому что даже внутри его рамки есть такие нерабочие участки с предрассудками, которых Виктор назвал так очень смешно бобрами. Это, знаете, вот говорят, что этот случай был действительно на самом деле. Представьте, что некто в детстве прочитал в газете, что на грибника в лесу напал бобер, очень его сильно покусал. Значит, у бедняги была сильная кровопотеря, и, ну, детские впечатления известны, они такие сильные, да, импринт это называется, впечатывается на всю жизнь, что бобер – это плохо и опасно. Вот, допустим, мы с вами такого человека пригласили на передачу, и все с ним хорошо обсуждаем, и производство, и там релокантов, и, значит, сферу услуг. Но как только кто-то из нас, или вы, или я, произнесет слово «лес», лесной ручей, не дай бог, бобровая запруда, с этого момента все, его адекватность закончится. Что, по вашему мнению, сейчас самые опасные бобры в нашем российском общественном сознании? Вот какие предрассудки нам откровенно вредят? Слушайте, я вот боюсь даже здесь. У нас с точки зрения того, в каком информационном пространстве живем мы, в нашей стране, и люди в других странах. Они живут в середине бобрового стада, я так скажу. И какой из них более вредный, я сказать не могу. Вот бобер под названием демократия. Вот мы серьезно считаем, что демократия – это хорошо или плохо, та, которая есть, которая насаждает западный мир. О, это вы со Щелиным сойдетесь, он тоже считает, что бобер. Я хочу просто к тому, что у каждого к этому, для каждого это свой бобер.
и к этому слову по-разному относятся. Кто-то расшифрует и так дальше. Один момент. Второй момент. Много раз говорили, вот мы со школы, вот детские впечатления самые сильные. Вот три портрета в школе. Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Ленин. И мы еще в первом классе Маркса не читали, но точно знаем, что, скорее всего, Маркс жизнь положил на спасение жизни и поднятие уровня жизни пролетариата всего земного шара. Наверное. Наверное. Маркс только думал о том, как поднять уровень жизни, как свергнуть капитализм, условно говоря. На самом нам деле, с вами совершенно... от леваков, уже от левых зрителей, левых убеждений уже досталось за Маркса. Ну, вот, понимаю, что многие Маркса не читали и считают, да, конечно, он защитник пролетариата. Ребята, нет. Маркс не только не любил пролетариат. Я скажу больше. Маркс терпеть не мог Россию. Он ее просто на внутреннем ненавидел, Россию, если его вспоминать. Но я сейчас не об этом. Я о бобрах. Тем не менее, от Маркса осталась вполне себе приличная теория, которой пользуются сегодня в том числе и наши, так сказать, нынешние элиты во всем мире. И тот же Шваб, должен сказать, он свои наработки, которые пишет, он использует Маркса. Но это же бобер, мы его трогать не будем. Понимаете? Это же дальше. Вы сказали левые убеждения, левые. Вот тоже бобер. А что такое левое? Хороший вопрос. Поэтому левое, тут куда ни ткнись, кругом бобры. Понимаете? Дело в том, что значит, с этими бобрами, конечно, надо как-то бороться. И я вам скажу одну простую вещь. Любой бобер опасен. Для того, чтобы немножко с этими бобрами справляться, необходимо расширять свой кругозор и понимание, стать немножко над ситуацией. Вот я уже говорил по этому поводу. Вспоминаю книгу на нашего писателя, великого писателя Ефремова. Да? «Час быка» и «Туман с Андромеды». Помните, да? И я уже копал в шкафу и хочу перечитать в последнее «Час время». «Час быка» и «Туман с Андромеды». Ребята, как он критиковал планету Тормарс, и как он хвалил, как он говорил, какое счастливое будущее будет на планете нашей, планете Земля, будущего общего коммунистического общества. Я напомню, и нам тогда нравилось читать, как хорошо будет в будущем планетарном сообществе нашей планете, которая будет жить по заветам советского фантаста Ефремова. Напомню, о чем говорил Ефремов и о чем нам нравилось читать в школе. Еда искусственная, семьи не будет, планировка рождаемости, детей будут забирать у матерей после рождения. Ничего не забыл? Сексуальное школьное воспитание в школах. Многие вещи тогда нам голову не... Мы их как-то пропускали между делом, понимаете? Люди будут стоять в очередь на то, чтобы попасть на самые опасные для жизни и тяжелой работы. В том будущем, светлом обществе, которое писал Ефремов, которое мы воспринимали как это... А сегодня я на это дело смотрю, и у меня вот какие-то странные пересечения... Со Швабом. Со Швабом. Кстати, по Ефремову. Зеленая повестка, безусловно, все то же самое. Все то же самое, ребят. Вот берешь Ефремова и смотришь, сегодня все глобальные программы, которые допускаются, вы найдете в часе ЕБК, в «Туман с Андромедой», как то, к чему надо стремиться нашему обществу. Но мы же Ефремова не ругаем. Он же для нас бобер. Наш бобер. Еще один момент напомню. Мы с вами, вот про бобров. Евгеника – это плохо? Плохой Гитлер там Евгенику хотел сделать. Они же там черепа мерили. Слушайте, ну, Евгеника, геополитика, Хайдеггер. Стоп. Я сейчас долго начну Ефремова. Про... Так вот, по Ефремову евгеническим экспериментам подвержится все человечество. И будет с помощью этих всех моментов работы устранены все болезни, все отклонения, и все люди будут одинаково здоровы и счастливы. Потому что все, что плохого может появиться, генетическая, так сказать, работа исправит. Ребят,
Вы когда я не говорю, что плохо или хорошо, я совершенно не хочу поставить вопрос о том, прав был Ефремов или нет. Я с удовольствием читал и сейчас перечитываю эти вещи. Почему? Потому что там есть над чем подумать. Там реально есть над чем подумать. Разные развилки. Это не плохо и не хорошо. Совершенно не так. Но вопрос другой. Что и вы себе задали вопрос про бобров. Это те или иные установки, которые мы не можем эти в рамки. Вот мне просто повезло по жизни. Я с детства так или иначе попадаю в другие территории и общаюсь с другими народами. Я детство провел в Северной Африке, там, то есть мусульмане. Я понимаю, как они думают, почему так, а не по-другому. Поэтому эти вот, чтобы чуть разбираться в этих ограничениях, так скажем, которые мы сами себе шуры поставили, необходимо чуть больше головы крутить. Но я с вами согласен в чем? Что попытка кому-то рассказать чуть больше, она, как-то мягче сказать, она очень неблагодарна. Почему? Потому что человеку, который живет в каком-то своем вот мире, который он себе сложил, который он прожил там год, два, десять, пятьдесят, и кто-то при этом скажет, что ты немножко не так рассматриваешь, во-первых, ты никого не убедишь в своей правоте. А во-вторых, ты нарвешься в лучшем случае на непонимание и сказать, ну вот, а что вот? Ну давайте аргументы. Нет, аргументы тут уже не работают. Тут пошли в ход бобры, как вы говорите. Поэтому, опять же, если смотреть даже на наших с тобой зрителей, то есть четкое разделение в том, кто и как воспринимает одну и ту же информацию в зависимости от возраста. И я скажу, что с точки зрения подхода к обсуждаемыми нами проблемами, скажем, молодого поколения, оно не то, что отличается от тех, кто постарше, оно вообще не такое. Поэтому, потому что у них уже другие бобры. У них другие бобры, у них другие шоры. А вот если серьезно говорить, вот в кризисах есть так, если можно выразиться, бонус. Кризис – это же предельное такое состояние, которое позволяет, значит, отряхнуть пыль с ушей и выявить недостатки, присущие системе, которая в этом кризисе находится. Вот какие для вас лично скрылись недостатки того, как устроена жизнь в нашей стране последние два года? Значит, не так. Значит, кризис вскрыл не недостатки в стране, которые у нас появились два года. Кризис произошел. Кризис произошел не в стране. Кризис происходит в мире. Значит, что вскрыл этот кризис, который вот развивается последние два года? Этот кризис со всей очевидностью вскрыл по нашей стране следующие вещи. Наша страна является, безусловно, зависимой, жестко зависимой территорией, не имеющей своего целеполагания, своей идеологии и очень серьезно зависящая от того, какие решения принимаются за пределами страны, так скажем. Кризис показал, что многие вещи, которые мы озвучили, конечно, достижения, являются ничем иным, как потемкинской деревней. Образ, но не реальность. Это показал кризис. Значит, недостатков при этом в стране он не выявил совсем. Почему? Потому что с точки зрения управляемости, если у страны нет своих целей, а мы не ставим перед собой цели страны, да? Если кто-то знает, какие цели есть у страны, скажите. Я за 30 лет не слышал, какие цели есть у страны долгосрочные. Значит, мы работали в рамках достижения кем-то других их целей. И если у нас за все это время, с большего, на всех руководящих постах, всех-всех-всех, там, центробанков, мелкобанков, среднебанков, еще каких-нибудь министерств, все те же самые люди остаются, значит, они прекрасно справляются, каждый на своем месте, с движением к той цели, которая кем-то была обозначена. Иначе бы их меняли.
как на любом предприятии меняют руководителей, которые не справляются с достижением техник целей. Если мы идем, значит, раз люди остались те же, значит, все по плану. Теперь мы видим интересную вещь, что как какие-то руководители в нашей стране, судя по всему, перестали устраивать тех, кто имел свое целеполагание. О чем это говорит? Говорит о том, что... Может говорить о чем? Я так рассуждаю. Значит, возможно, начали появляться у некоторых групп населения нашей страны цели свои, отличные от тех целей, которые кто-то когда-то нам ставил со стороны. Это не наша проблема. Это, скорее наоборот, наш шанс. А вот у них эта проблема. Значит, они потеряли. Сторонняя сила потеряла какой-то уровень контроля и управляемости над нашей территорией. Разве это плохо? Это хорошо. Я не хочу, чтобы нами управили со стороны. И кто бы сейчас как не ругал бы того или иного нашего руководителя, отдельно взятого, и там двух отдельно взятых, или там побольше, там посчитайте. Тот факт, что они в первую очередь не устраивают ту сторону, которая занималась управлением нашей территорией последние 30 лет, честно говоря, меня не напрягает, а наоборот, вселяет надежду. Может, она наивная, может, она ничем не будет подтверждена. Но если бы ничего их не расстраивало, если бы те, кто эксплуатирует нашу страну, наше население со стороны, безусловно, то я в этом уверен, можно посмотреть по составу владения ресурсами нашей страны, то я должен сказать... Тысячи семей. Совершенно верно. Поэтому, на мой взгляд, кризис выявил, что может быть, они где-то там ошиблись, и может быть, мы и другие страны сможем воспользоваться этой их ошибкой. Если это ошибка, а не плановый переход от одной модели управления на планете к другой, под другими лозунгами. Владимир Николаевич, а мы с вами вот в прошлый раз не договорили вопрос идеологии. Вот смотрите, я как-то поразмышлял на досуге, а как вообще идеология появляется в обществе? Мне кажется, что она начинается все-таки с некой такой пассионарной какой-то группы, которая, кстати, может быть экстерриториальной по отношению к данной территории. Это вы абсолютно правы, вы мне как-то сделали такое замечание, я с ним согласен. Вот. И эта группа, она начинает в первую очередь индоктринировать молодежь. Ну, потому что взрослым уже, по большому счету, ничего так особенно внушить нельзя. Это надо начинать, идеологию надо начинать выращивать в школе. А у нас, я знаете, вдруг о чем подумал, у нас индоктринировать-то нечем, по большому счету. Потому что, ну, пропагандистские установки не в счет, естественно, потому что ты, когда кого-то обращаешь в свою веру, или идеологию, ты должен сам в это верить. Иначе ничего не получится. А наша элита верит во что? В новый микрорайон в Питере, да, на 400 тысяч жителей? Давайте по-другому. Давайте я максимально цинично, просто злобно цинично. Так. Попытаюсь 90-е годы вспомнить. Была большая страна, Советский Союз. На этой большой стране жили люди, вместе работали. Кто-то из нас, в том числе и я, шли в армию, давали присягу. И по этой присяге мы должны были, не щадя себя и своей жизни, защищать вот всю вот эту большую-большую территорию. Всю, по границе. А иногда и за границей. Помню, было. И под эти цели и задачи защиты этой территории, ее развития, вырабатывалась сталинная идеология, которая в какой-то мере обосновывала нам, почему мы должны защищать нашу вот большую, великую страну. И мы в это верили. В том числе потому, что те, кто нам это внушал, многие из них тоже верили.
Это мы сейчас узнаем, какие бриллианты дарили жене Горбачева за то, что Шеварднадзе подписал сдачу Тихиных территорий морских с богатствами. Это мы сейчас это узнаем. За какие копейки продавали высшие руководители страну. Но те, кто работал на местах, районные, областные комитеты, они верили. И мы верили поэтому. Потом, 91 год, 15 территорий, даже может быть больше, потому что некоторые между собой тоже не подружились, разделились на разные признанные и непризнанные территории. И на каждой территории уже никто не должен умирать по той же территории. Все должны теперь умирать за какую-то маленькую территорию. Чуть больше, чуть меньше. Защищая что? Защищая интересы тех, кто получил право управлять и распределять ресурсы на этой территории. Да? Ну так, по большому счету. И в этой ситуации логики в том, чтобы под это какую-то идеологию подвести, я даже не представляю. Не работает. Что-то должно быть другое. Понимаете? Единственная территория, которая, вот, на мой взгляд, на постсоветском пространстве, она имеет шансы на определенную идеологию, я говорил и говорю, это Республика Беларусь. Потому что у них осталась простая идеология. Ребята, вот на этом, вот в этом несовершенном мире, давайте мы попытаемся максимально справедливо распределять то, что мы сделаем на своей территории. И мы за право максимально справедливо плюс-минус делять у себя между собой эти вещи, будем бороться. Это, конечно, слабенькая идеология с точки зрения, но и страна небольшая, она не претендует на глобальные эти самые, она просто защищает право плюс-минус справедливо жить на своей территории. Так или иначе. Но это идеология, которая для большой страны не подходит. Я так скажу аккуратно. Тем более, когда мы видим о том, что с точки зрения справедливости распределения на постсоветском пространстве есть отдельно взятые маленькие перекосы, почти невидимые взгляды, особенно в России. Без комментариев. Какую идеологию можно тут сделать? Слушайте, а вы сейчас тут такую вообще на бездну открыли, не побоюсь этого слова. Можно я чуть-чуть свой такой вопрос в стиле грузинского тоста сформулирую? Мне кажется, это зрителям будет очень интересно. Вы вот сказали, ну, главный вопрос современности, как Щелин его формулирует, это вопрос «зачем?». Вы же так сейчас обозначили. А зачем я должен, значит, какого-то лендлорда защищать его территорию? Это логичный вопрос. Клим Жуков, с которым я, ну, по другому, правда, поводу это обсуждал, сказал, что вот марксистско-ленинская теория говорит о том, что если человек не является включенным в общее экономическое пространство, то есть, ну, условно говоря, присвоение общественного продукта идет максимально несправедливо, вот он не считает себя в такой ситуации должным защищать территорию этого лендлорда. Есть второй взгляд из Римской империи. Мы с вами это тоже обсуждали, реформа Гая Мария, когда, значит, он не граждан призвал в армию, чтобы отразить нападение с севера, кимбров. Это какие-то протогерманские или протославянские времена, племена, неважно, кто это, но, в общем, их было много, и регулярной армии, скажем так, не хватило. И все, Римская республика кончилась. Потому что не гражданам Рима, Рим был пофигу. Они были лишены политических прав, и защищать они его от узурпатора Цезаря не стали. Он сказал, пошли через Рубикон, наваляем этим сенаторам и всей этой золоченой сволочи. Они с удовольствием за ним пошли, потому что он их военачальник, они ему доверяли. Они с ним спали в одной палатке, бились вместе. Вот. То есть это вот отсутствие, вот что первично все-таки, то, что человек, значит, не получает свою справедливую долю общественного пирога, или вот что больше роль играет, или то, что он лишен политических прав? Вот с вашей точки зрения, почему не хотят защищать? Смотрите, значит, вот на мой взгляд, Великая Отечественная война
на этот вопрос ответ дала. Ответила, да. Гитлер был убежден, что после тех десятилетий, которые прошли после 17 года, в стране будет огромное количество недовольных людей той власти, которая была. И он ошибся. Почему? Потому что та молодая советская страна смогла не просто внушить, она доказала простому человеку, что в принципе, страна создана и создается для него, для его детей, для его внуков. И каждый день жизни этой страны, для большинства населения этой страны, доказывал, что эта страна развивается в том числе для каждого из них. И в этой развитой стране каждому из них найдется свой кусочек этого самого развития. Поэтому за это люди выходили в бой. Поэтому люди верили в идею. И когда уходили в бой, от которого они могли не вернуться, они говорили, писали записки: если я не вернусь, прошу считать себя меня коммунистом. Я так, конечно, тема очень глубокая. Не-не-не, но это на отдельную передачу. Знаете, мне просто кажется, что мы все в плену какой-то архаики. Я вот даже, это предпоследний вопрос нашего эфира. Мне кажется, это будет удачный такой забавный эксперимент. Я вам его предложу. Давайте сравним две группы понятий, Владимир Николаевич. Вот в первую группу я поместил слова, которые на слуху сейчас, в медийной среде, в выступлениях политиков. Значит, слова такие: справедливость, права человека, конституция, элита, нарратив, верховенство закона, принцип разделения властей, экономический рост, прогресс, инвестиции и так далее. Значит, второй набор понятий, значит, следующий. Стрелец, государев-человек, ЧВК Ермак Тимофеевич и товарищи, мещане, дворяне, промысел, вот смешное, вечевые мужики-горланы. Это в Новгороде бояре там знать нанимало людей, чтобы громче орали за какую-то их точку зрения. Откуп, барщина, крепостное право, скоморохи. Вот какой набор терминов и понятий лучше всего описывает настоящий, с вашей точки зрения? В какой стране? В нашей. Я все про нашу Палестину. А вы знаете, можете и в мировом тоже сказать. Я не против совершенно. Вы понимаете, я скажу так. С точки зрения терминов с этой стороны и с этой стороны, ни для какой страны они не являются справедливыми. Ни того, ни другого не осталось нигде на территории планеты. И там это иллюзии или бобры, если хотите. Поэтому я бы так обозначил, что сейчас в мире есть некоторое противостояние между условными консерваторами и защитниками, так скажем так, более консервативных ценностей, привязанных к какому-то своему отечеству или своей территории, условно, национально-ориентированно. И более либеральным взглядом о том, что границ быть не должно, мир глобален, на тех или иных условиях. Вот во всем мире есть некоторое противостояние от этих вот двух сил, каждый из которых ориентируется одни на несуществующую в мире свободу слова и печати, условно говоря, да, демократию, а другие на стрельцов и на ЧВК Ирма, условно говоря. Я утрирую. И там это, в общем-то, какое-то определение свой-чужой. Примерно. Но если в той же Америке, США, я примерно могу, даже проживая в России, предположить, кто к какому лагерю относится из этих двух направлений, то Россия для меня является, страна, где я живу, для меня является загадкой. Мне сложно определить, кто у нас в России либерал,
а кто, условно говоря, сислип. Ну, так вот, разделение. Потому что по поведению вправо-влево постоянно все меняются местами. За редчайшим исключением. То есть те люди, которые призывают нас быть отечественно ориентированными и патриотами, у них почему-то дети за границей. Ну, так получилось. Учатся там, живут. У меня не складывается эта картинка. То есть в мире худо-бедно разделение я могу определить по позициям партий, а в России нет. В России я только единственный, наверное, повод, помню случай, когда четко разделились позиции партии в Думе. Единая Россия единогласно проголосовала за, остальные единогласно проголосовали против. Это был единственный случай за всю историю. Ну, за минусом двух человек, по-моему. Это когда шла ратификация вступления России в ВТО. Единогласно Единая Россия проголосовала за ратификацию вступления в ВТО. А оппозиционные партии против, кроме двух человек. Вот единственный случай в истории. А все остальные голосуют примерно плюс-минус одинаково. Критикуют, ну, голосуют. Поэтому вот здесь мне сложно делить на тех или других. И в данной ситуации я понимаю, что у людей сложились, как вы в начале передачи сказали, те или иные установки с детства. Что такое хорошо, что такое плохо. И играя на этих установках, вы идете на выборы и говорите, а давайте я за социализм. Да. И все, кто за социализм, за меня голосуйте. Хорошо. А ты сам социалист, дружок? Где твои дети? Где твои активы? Кстати говоря, а во сколько оцениваются твои активы, товарищ коммунист? Ух ты, нифига себе. Некоторые подумают. И вот здесь я не сторонник ориентироваться на лозунги. А вот то, что вы сказали, это очередной набор лозунгов, которые ставят по краям площадки бобров и между ними загоняет ту или иную электоральную базу. Вот и все. Давайте бобров ведем в постоянный оборот в наших эфирах. Мне кажется, удачный очень термин. Последний пункт нашей программы. Значит, я только надеюсь, что нас не посадят после его обсуждения. Или, по крайней мере, мы будем сидеть в одной камере с Олегом Дерипаской, который появился в РБК. Значит, и суть его выступления и появления в медиа была в следующем. Он сказал, что он не понимает, куда мы идем. Несколько его тезисов и цитат зачитаю. Первое. Россия переживает период серьезных перемен, сравнимый с тем, что происходило в 90-е годы. Но, в отличие от событий 30-летней давности, отсутствует понимание того, куда движется страна. Конец цитаты. В 90-е годы все знали, куда мы идем. Сейчас это поход в неизвестность. Мы слышим о том, как должно быть, но как это будет, никто не знает. Конец цитаты. Образ будущего немного размыт, и это является фактором, который сбивает людей. Четвертая цитата. Равняться на азиатские страны смысла не имеет. Мы же понимаем, что Россия – это не Китай, не Индия и не Индонезия. Но и ясных альтернатив не просматривается. И тезис, это не цитата, а тезис, который шел красной нитью через его выступление, экономическая модель госкапитализма, которую строили с 2008 года, стала глубоко ошибочным выбором. С чем согласитесь, а с чем поспорите, Владимир Николаевич? Куда идем-то? Может, подскажете, Дерипаски? Ну, смотрите, на самом деле это странно слышать от Олега Дерипаски. Ну, во-первых, сама фраза «образ будущего немного размыт». Я искренне завидую Олегу Дерипаски. Он видит образ будущего, он только слегка немного размыт. А я вообще не представляю, о чем он сказал. Это первое. Второй момент. Он говорит, в 90-е годы, а тогда Олегу Дерипаски было меньше 30 лет, когда он стал хозяином того Русала. Ему было понятно, куда он идет, куда идет страна.
И я скажу, наверное, да. Раз он понимал, куда идет, поэтому он в 28 лет, 27 стал хозяином «Русала». А вот все остальные вряд ли понимали, куда мы идем. Потому что не всем достался в 20 лет «Русал» или в 30. И не всем достался, как, скажем, Михаилу Прохорову, которому было 30 лет, там, на риске никель, условно говоря. Ну, не всем достался. Только самым умным и талантливым и достойным этого великого звания российский олигарх Компрадор. Поэтому это второй момент. Дальше возникает вопрос. Он сейчас вот на что пожаловался? Я хотел бы напомнить нашим слушателям, я думаю, многие из нас это все знают, ситуацию по активу, большому активу, который называется «Русский алюминий». Ну, условно, в словах. Это на самом деле там, это все офшорная компания, но у нас в просторечии это холдинг «Русский алюминий». Значит, несколько лет назад практически все управление «Русского алюминия» было передано в руки американского директората. Совет директоров «Русского алюминия», все американцы, ну, не многие американцы, большинство, они принимают решение. Олегу Дерибаски лишили права на определенный уровень дивидендов и на право голоса при голосовании в «Русском алюминии». Определенным, так скажем. Это тоже такой момент интересный. Русский алюминий – это не алюминиевые заводы, или не только алюминиевые заводы. Вся практически гидроэнергетика Сибири сегодня управляется американским советом директоров. И когда мы сегодня с вами говорим о том, что в стране, возможно, начнутся процессы национализации, и наиболее плохих олигархов начнут национализировать, у меня возник вопрос, а систему электростанций, энергетики в Сибири мы собираемся национализировать или как? И это еще не все. Сейчас начинаются споры между Норильским никелем, напомню, Норильск находится на территории России, и русским алюминием, который почему-то начинается русским алюминием. Значит, так вот, компания «Русский алюминий», где сейчас управляют американские совет директоров, они имеют в составе Норильского никеля почти 28% акций. И у них возник спор. И американский совет директоров «Русского алюминия» хочет, имеет желание заменить управляющий состав в Норильском никеле. Потому что, по мнению американского управления, не очень хорошо себя ведет Норильский никель. И в каком же российском суде решается этот спор? Этот суд находится в русском городе Лондон. Великий суд Лондона решает вопрос между русским алюминием и Норильским никелем, кто должен управлять Норильским никелем. Поэтому, когда Олег Дерибаска говорит о том, что он не до конца понимает, что бы это все значило, я скажу так, а я вообще не понимаю, что бы это все значило. И в этом у нас с ним большая разница. Если он понимает, но не до конца, то я не понимаю совершенно. Но если я признаю себе, что я давно все понял, то я сильно расстроюсь. Поэтому, потому что и то, что я понимаю, исходя из того, что я вам сказал, а я вам сказал только маленькую долю процента из того, что на самом деле можно рассказать, без последствий, как вы сказали. То это говорит о том, что, ой, о каком образе будущего для страны мы говорим, если то, что я вам сказал, на самом деле происходит. Поэтому тот факт, что хотелось бы больше определенности, я соглашусь. Любому из нас, жителю России, хотелось бы больше определенности. Но опять же, да, у нас нет образа будущего. Да, нам никто не говорит про цели страны. Совершенно верно. Так у нас не было образа будущего 10 лет назад. Почему Олег Дерибаска сейчас выступает одним из спикеров, которые критикуют политику Центробанка? Какие-то другие виды политик. Я вам скажу по одной простой причине. У него остались сейчас мощности и активы, связанные с машиностроением.
И вот все проблемы, которые касаются обрабатывающей промышленности, машиностроения, сейчас являются главной болью этого менеджера. Или, то есть он оказался на правильной стороне баррикад. Да, и поэтому в силу того, когда он посмотрел, а можно ли развивать машиностроение в этой ситуации, он вдруг понял, что с точки зрения собственника это ужасно. С точки зрения менеджера это невозможно. И он начал задавать те же самые вопросы, которые задают машиностроители, авиастроители, станкостроители. Потому что он оказался с нами в одной тарелке. Но если нам никто не отвечал, то ему никто не ответит. Ваш ответ можно, знаете, я процитирую строки известной песни Цоя, а вокруг благодать ни черта не видать. Если у Олега, значит, размытая картина, то вот ни черта не видать. И действительно, друзья, мы же с Баглаевым не строим из себя провидцев или экспертов. Если было бы сказать что-то определенное, мы бы вам сказали. Вот. Ну, смотрите, значит, я в этой ситуации не являюсь пессимистом по разным причинам. Я реалист и оптимист. Значит, то, что у меня есть явное ограничение моих возможностей, это понятно. То есть, да, я, может быть, более информационно обеспечен за счет большого круга общения внутри и за пределами страны. Это хорошо. То, что я могу поделиться некоторыми своими субъективными моментами, на самом деле вряд ли это на что-то может повлиять. Ну, единственное, это может кого-то расстроить, но тоже не очень правильно, с одной стороны. С другой стороны, может быть, кому-то эта информация позволит скорректировать свои действия и меньше пострадать в ближайшем будущем. Может быть. Да. Но моя позиция следующая. Значит, у меня есть некоторая ответственность. То есть я руковожу предприятие. Мне досталась территория, где работает... Когда-то работало 300 человек, сейчас работает больше 600 человек. Когда-то была территория там, 4 гектара, сейчас эта территория там, суммарно где-то 12 гектаров. Мы потихонечку строим цеха, ставим оборудование, осваиваем продукцию. Сейчас у меня этим летом работали школьники из лицея, которых я учил, ну не я, а мои ребята, конструктора, учили в программах делать чертежи, рисовали. И за лето студенты лицея у меня перерисовали годовую программу конструкторского отдела по восстановлению чертежей по нашим технологиям. Это, я понимаю, следующее. Будет какая-то цель обозначена в стране? Не будет? Я не знаю. Но я знаю, что те молодые ребята, которые прошли эту школу, они получили компетенции и квалификацию, которая им позволит в будущем найти себе место, завести семью и жить нормально. Понимаете? То есть... Я не могу им обещать, что у них будет большая страна, хорошая, красивая и все остальное. Это не в моих силах. Но я могу сделать что-то, что те, кто сегодня оказался рядом, ну, будут, может быть, жить немножко лучше, чем если бы они не оказались. Вот единственное, что я, на что я могу как-то повлиять. А разговаривать о том, что где-то там в Америке родились планы или там в Германии. Ну да, ну родились. Ну что? Я не склонен бросаться в бой о том, немножко так. Я возвращаюсь к нашему разговору про ведущего Александра, когда вы сказали, что вот идите в президент, идите в депутат, идите куда-то еще. С какой целью? Вот для того, чтобы куда-то чего-то идти и двигать, необходимо иметь механизмы достижения той или иной цели. Понимаете? И вот это принципиально важно. Вот когда мы начнем определяться с целями, окажется, что понятие цели у страны, оно у каждого из нас очень может быть разное. И сейчас многие вот негативные моменты, которые мы слышим в разговоре, они вызваны недовольством нынешней ситуации, непониманием ее. Но от того, что мы против непонимания, это не значит, что у нас наступает понимание.
И вот я думаю, некоторую пользу от наших эфиров, то, что мы в общении со зрителем, вот ищем эту общую цель, общее понимание, общее представление о том, куда двигаться. А когда она будет нащупана, эта общая цель и понимание, то при всем уважении, Саш, к нашему с тобой возрасту, именно возраст является помехой того, чтобы мы двигатели были во главе такого рода движения. Эти вещи должны двигать молодые. Они должны ставить перед собой цель. Они должны страну развивать. Мы должны помогать. Мы должны... Нет, зрители протестовали против такого подхода. Вспоминая те самые 90-е, они сказали, ну пришли там молодые, много они нарулили. Нет, нет, Владимир Николаевич, идите, идите. На вас одна надежда. Ну не вот молодые пришли, молодых поставили, чтобы они 30 лет обслуживали интересы внешнего управления. Понятно. Можно я свою толику оптимизма внесу? Значит, ваша позиция мне близка, понятно, она очень добротная. Помочь тем там ребятишкам, которые сейчас хотя бы, они в эту жизнь сложную пойдут с каким-то навыком зарабатывать себе на хлеб. Я тут беседовал буквально накануне нашей с вами программы с известным нашим астрологом Михаилом Левиным и задал ему прямой вопрос. Когда нам с Владимиром, когда мы с Баглаевым перестанем жить как коматозники между двумя вдохами? Вот когда, скажите, как там звезды, что там наверху Сатурна с Юпитером? Вот. Михаил Борисович сказал, что это начнет происходить с середины 25-го года. То есть нам с вами 2 года день простоять, да ночь продержаться, и, в общем, звезды в какой-то момент будут за нас. А по-другому, друзья, и не может быть, потому что наше дело право, и победа будет за нас. Это я уже говорю серьезно. Это был Владимир Баглаев, с которым мне всегда приятно, интересно разговаривать, потому что разговоры эти глубокие, профессиональные, компетентные, ответственные. Будьте здоровы, берегите себя. Всего вам доброго.